Всем привет, вы на канале Zelio Max Games, с вами Максим, и мы продолжаем с вами играть Bread Hedge. Друзья, я немножко похимичил, и я, наверное, думаю, может быть, нам построить базу. Все-таки у нас есть диспенсер. И давайте попробуем. Так, давайте, значит, построим средний технический отсек. Отсек с 8-7. Сменными блоками стен, оптимальный вариант для начала строительства большой космической станции, электрокислородные генераторы, исследовательский стол, интерфон, все поместится и чуть-чуть останется. Так, для этого нужно строительный набор и электроника. Так, в принципе, без разницы, да? О, да. Так, хорошо. Давайте, значит, посмотрим, что и как нам построить дальше. Так, нам нужно построить, может быть, входной шлюз или маленький шлюз. Я даже не знаю. Давайте малый шлюз. Так, как он строится? Так. Пока не понимаю, блин, если честно. Как его правильно лучше построить. Так, может что-то другое. Технический отсек. Да нет, коридор давайте, да? Блин, как его построить и где лучше? Так, допустим, сейчас, да? Подождите, а сейчас мне тут воздух заканчивается, будем пытаться. Так, строить блок. Давайте шлюз. Во. Слушайте, а это мне уже нравится. Ну, да, конечно, блин, друзья, есть проблема, потому что у нас здесь нету воздуха. Как создать воздух? Каким-то образом можно это сделать? Интерфоны, энергогенератор, кислородный генератор, да, вот он. Так, кислород, друзья, есть, отлично, здесь у нас теперь есть. Для чего я строю базу? Потому что мы очень много перемещаемся, да, на наши челноки. Я думаю, вот где-то будем немножко строить базы, где-то там будем перекочевываться, будем ресурсы где-то здесь уже сразу же оставлять, не лететь очень далеко, потому что я очень трачу много времени на это все. Так, ну опять же, это еще не все, что-то надо еще построить. Так, маленький технический отсек, нет, это не то, это труба, коридор, средний жилой отсек. Блин, это, кстати, мне не хватает металла, ну блин, тут надо сейчас, наверное, сейчас будет где-то, друзья, немножко раздобыть ресурсы, да, потому что я очень... Построил несколько блоков, и оно очень много потратилось. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Конечно же, здесь нужно построить, мне, наверное, кажется, исследовательский стол, да, чтобы мы могли что-нибудь создавать. Входной шлюз и энергогенератор. Кстати, энергогенератор, наверное, тоже надо будет создать. Малый шлюз, окно, улучшенные коммуникации, энергия, кислород, плюс 20, шанс пробития, плюс 1. Нифига себе. Кровать, интерфон. Короче, значит,
Друзья, что можно построить? Мне кажется, нужно построить интерфон и исследовательский стол. На исследовательский стол, конечно, нужно много ресурсов. Так, в принципе, ладно. Нормально. Самое главное, что здесь, конечно, ну, темно, пока что света нет, но я потом это все создам. Я сейчас быстренько возвращаюсь тогда за ресурсами и потом быстренько еще раз достроим нашу базу. Так, отлично, друзья. Давайте, значит, быстренько сейчас где-то будем исследовательский стол ставить. Исследовательский стол, да? Да, у нас есть комбайн. Отлично. Слушайте, ну это здорово. Следующий блок мы поставим, друзья, с вами интерфон. Ну, будем надеяться, что он мне пригодится. Я даже, если честно, не знаю. Так, и еще один блок. Энергогенератор. О, исследователи, скафандры. Электрика. Какое-то достижение, да? Круто. Можно создать экран под кислород минус 2, шанс пробития плюс 3. Да ладно, это пока делать не будем. Друзья, в принципе, я не знаю, по-моему, вроде бы как бы хватит. Это еще, блин, тоже. Отсек не подходит. Серьезно. Кстати, а если его увеличить, отсек? Сейчас давайте где-то вот здесь, да? Слушайте, каким образом? Я так думаю, наверное, нужно создать хотя бы трубу, может быть. Не, подождите, подождите. Сейчас. Труба это у нас. Немножко не то. Мне надо коридор. Во-во-во, точно. Создадим коридор и вот здесь, если хватит сейчас места, еще. Чё не размещается, блин? То есть, ну, хорошо. Таким образом. То есть я хочу создать еще один блок дополнительный, пусть будет. Типа, может быть, нужен шлюз. Подождите, шлюз коридора, наверное, да? Так. Шлюз коридора. Нет. Блин, а чё надо? Чё тогда надо? Блин, я что-то не понял. Хорошо, коридор, да? Ну, допустим, есть. Дальше, по идее, должен создаться шлюз, наверное, коридора.
Так, и средний блок, да? Четыре пока. Залетаем. Не, воздух заканчивается, друзья. Фух, есть. Щит. Короче, какая-то проблема, не знаю, друзья. Пока что я не могу что-то сделать. Здесь у нас энергогенератор. Так, интерком. Требуется зашифрованная лента. Кстати, я несколько лент таких находила. У меня на базе они есть. Можно будет со временем изучить их. Может быть, какая-то будет интересная информация про наш Брэд Хедж. Жилой отсек. Блин, я хотел бы жилой отсек построить, друзья, но что-то я не могу понять, каким образом его, да, потом соединить между вот этим большим средним отсеком и жилым. Просто это технический отсек, а здесь у нас как бы жилой отсек. Либо пока, может быть, ничего не трогать. Светильник парус. Че, серьезно? Лампочка металл. Да ну, но смысл. Так, я вот думаю, друзья, наверное, мы вот на этом сейчас быстренько заканчиваем. Я сейчас, наверное, слетаю на нашу базу. Да, я оттуда быстренько заберу все наши вещи, которыми мы постоянно что-то добываем, крафтим, потому что без этого никак. И, в принципе, здесь уже можно, ну, обустраиваться. Самое главное, что я могу теперь создать... Ну, хотя бы чемоданчик, да? Очищенный металл. В принципе, металла в космосе валом. Можно собирать и без проблем, конечно же. Здесь потом все это создать. Хотя бы временно чемодан, и потом, если мы найдем какой-то отсек с ячейками, мы создадим здесь. Ну, и будет неплохо. Так, давайте я, значит, что я сделаю? Ну, понятное дело, я сейчас выкину все ненужные вещи. Здесь они будут валяться, в принципе. Я слетаю к себе домой. Заберу самые основные вещи, может быть, даже еще и ресурсы какие-то определенные. И будем по чуть-чуть, друзья, начинать здесь изучать территорию. В принципе, у нас очень неплохо даже получается. Так, где мой тут супербайк? Оу, е!
Так, а где гранаты здесь были ж, блядь? Что точно? Барада, барада, ой, барада.
Так, друзья, наконец-то мы прилетели. Я немножко забрал много ресурсов. Плюс еще вот хлам немножко есть, да, здесь. В плюс еще на том первом челноке, где мы только что перетаскивали все вещи, я оставил очень много также ресурсов. Ну, в принципе, они не очень основные, но там тоже есть очень прикольные вещи. Может быть, я потом вернусь. Давайте так, у нас есть интерком, да, и, друзья, я взял 3 зашифрованные ленты. Добавлена новая схема. Координаты уже известны. Метка скафандра. Ага, то есть вы хотите сказать, что если я буду разбирать гробы, у меня, может быть, либо будут новые какие-то схемы, либо что-то, новые какие-то отметки, куда я должен прибыть и посмотреть. Так, а что вот это? Исследовательский центр. Боже мой, а что это? Бластер, эмиграната, анализатор грунта. Кстати, анализатор, у нас же есть типа как майонез, который я должен проанализировать. Кстати, я-то думал, где это можно было достать. Оказывается, это именно здесь, да? Реактивный ускоритель, военный баллон, 2 штуки. Стоять. А у меня один. Так, а что нужно для 2 баллонов? Скажите мне, пожалуйста. Так, 4 электроники, 2 компенсатора и 2 генератора. Ого! Кстати, у нас есть еще скафандры, друзья. Скафандр электрика и инженерный скафандр. Защита от радиации плюс 75. А здесь у нас защита от радиации плюс 75. Так, стоп. А какая разница между ними? Может, в принципе, такого ничего. Это взятка. Взятка всегда остается взяткой. Даже в космосе было бы в кого ее бросить. Я думаю, это пока не надо будет сделать. Кстати, аппарат ЗАС-1, друзья. Вот эта вещь, конечно, крутая. Я бы создал. Нужен 2 генератора, 2 компенсатора, энергетическое ядро, брейсидж, 2 штуки. Кстати, я не знаю, где это такое достать. И это точно не здесь. И еще у нас здесь есть ликоплазма. Я не знаю, что это такое, но, друзья, это типа как космический запорожец. Блин, ну реально вещь крутая. Так, бластер. Кстати, бластер, друзья, нужно будет нам создать. У нас есть одна локация, там какие-то летают роботы, они стреляют бластерами. Я думаю, что... А, это нужно сделать будет. Батарейка, электроника 4 штуки. Батарейки 2. Ну, в принципе, 3 можно создать. Электроники 3. А, может быть, что-то валяется еще здесь, да? Кстати, так, металл. Боже мой, как же все неудобно. Металл, металл. Вот еще один металл. Кстати, еще один металл есть. Я бы сейчас бы создал тогда чемодан, да? Кстати, у меня места уже нету. Ладненько, давайте взрывчатку я пока выкину. Выкинем реклама Брэсидж. Блин, у меня нету телевизора, да, чтобы ее посмотреть. Давайте я, значит, где-то здесь кассету эту выкину. Пока что она мне нафиг не нужна. Насчет аптечки выкидываем тоже. Потом как-нибудь все это пригодится. Индуктор выкидываем. Что у нас здесь? Это у нас мед. Это у нас смола. Это у нас что, проволока? Блин. Вы сами видите, да, насколько все очень плохо здесь все обустроено, потому что нету ячеек, во что я могу все слаживать. Кстати, так, подождите, ну давайте я сейчас тогда освобожу. Я освобожу, конечно, но хотя это очень будет сейчас, друзья, плохо, потому что... Так, давайте батарейку я одну создам, да, в принципе, пусть будет. Так,
Что еще, блин? Блин, ну мне надо, конечно, чемодан создать. На это нужно много металла, и в основном это у нас очищенный металл будет. В принципе, друзья, что мы с вами делаем? Ну, блин, это, конечно, полный маразм, но, к сожалению, без этого никак. Короче, мы все выкидываем. Жесть. Так, говяжью гранату я, друзья, оставлю. Может быть, пригодится. Боже мой. Так. Дрель. Возьмем. Возьмем сканер, валяется. И вот еще одно, блин. Усиленный ломик, да? В принципе, вроде бы все. Так, все, валим отсюда тогда. Друзья, начинаем поиски новых каких-то объектов. Пока есть возможность. Так, давайте вот здесь. Я смотрел, у нас есть какая-то некая шляпа, да, вот. В принципе, чуть меньше километра. Сейчас узнаем. Было бы неплохо, конечно, еще раздобыть еды, воды, чтобы хотя бы было в запасе. Ну, конечно, да. Здесь я вот вроде бы построил базу, вроде бы неплохо, но есть один недостаток, друзья, как-то так ресурсов, да, ресурсы где-то летают далековато от меня. Здесь как-то чистый космос, никакого мусора нету, блин, непорядок. Кстати, давайте я, наверное, сейчас буду все ломать, друзья. Сейчас, секундочку. Это у нас, кстати, да, нормально. Ломик нормальный. Почему? Потому что он скоро сломается. Так, будем ломать все. Нам нужно много очищенного металла, друзья. Я как-то ресурсами не сильно не занимался. Я всегда их просто находил и как-то радовался этому. Но сейчас я смотрю, что очень надо много ресурсов. Что у нас здесь? Глядя на него, у меня возникла гениальная идея по усилению лома. По усилению лома? Бесконечный лом? Новая схема? Че, серьезно? Не может быть. Кстати, че это такое? А, ну это как, типа как статуэтка, да? Воин бесконечности, смотрите во всех кинотеатрах вселенной. Великий и ужасный этот парень настолько крут, что даже не летает в космос, ведь это космос летает в него. Блин, Чак Норрис. Не, реально Чак Норрис, блин. Блин, прикольно, конечно. Так, кстати, по-моему, да, какие-то есть еще ресурсы. Воздух, водичка. Замечательно. Так, еда. Вот еще вот металл есть. Так, титан. В принципе, вроде бы здесь, друзья, я как бы уже все, то есть ничего такого здесь нету больше. Можно текать, наверное, да? Давайте еще один кусочек разобью. Все, и полетели, возвращаемся на базу. Я сейчас немножко сделаю, друзья, крафта. Может быть, создадим хотя бы первый чемодан, где я хотя бы буду, ну, слаживать свои ресурсы. Так, наверное, не успею долететь, да? Придется использовать воздух. Свечку. На. Дыши. К
Кстати, друзья, надо будет еще создать, конечно же, анализатор. Мы должны проанализировать вот этот типа майонез, как было сказано, да? Там что-то может быть. Но для этого нужно создать анализатор. В принципе, теперь со столом, который я создал, у нас есть такая возможность. Так, анализатор грунта. 4 батарейки, 4 электроники, 2 магнита. Магниты я с собой брал. Батареек у меня, по-моему, 3 штуки. Может быть, в куче там еще 4 валяться. Насчет электроники тоже вроде бы есть. Так, а что еще здесь я хотел создать? Эми-граната. Блин, тут ресурсы, конечно, очень много. Военный баллон плюс 200. Кстати, а у меня на сколько? А у меня на 125. О, так это нифига себе. А что надо на него? Слушайте, ну баллон это, конечно, вы сами понимаете, да, ресурс очень интересный. 2 генератора, 2 компенсатора. О, да, тут, конечно, только на эти ресурсы уйдет очень много. Кстати, бесконечный лом. Прочность. Что? Да ладно. 999. Так подождите. Такой один ломик создал и все. И можно даже не париться потом. Вообще. 4 пластика. Ликоплазма, друзья. Я не знаю, что это такое за ресурс. В принципе, можно будет посмотреть. Да, у нас есть источник. Так, ликоплазма. Чё это и где это добывается? Хотелось бы, конечно, узнать. Ликоплазма. Кстати, энергетическое ядро Брэсидж. Нам оно нужно, друзья. Способ добычи эми-граната. Слушайте, я такую фигню видел. В центре получается какое-то небольшое ядро, а вокруг него большое очень сильное электричество. Да, друзья, я знаю, ну, я видел где-то. Здесь, кстати, недалеко от меня где-то это находится, такая одна штука была. Но нужно создать, друзья, нам эми-гранату. Кстати, вот здесь она же и создается. Ликоплазма, вот. А, способ добычи щуп, друзья. Это у нас... Так, соскребсти ликоплазму с металлической поверхности вряд ли получится, а вот если заряд антиастероидной турели удачно угодил в крупный астероид, ликоплазма может довольно долго болтаться в нем в виде аккуратного шарика. Жидкая плазма остывает долго, а в открытом космосе еще дольше. Ее можно легко заказать. Закатать в банку из-под огурцов для повторного использования. Такая вот занимательная физика. Я так понимаю, что ликоплазма тоже здесь недалеко, друзья. Мы пролетали, там есть очень большая температура. В принципе, для меня это пока там вроде бы не страшно, но с помощью щупа мы можем ее создать. Так, ладно. Я понял. Кстати, достижений, блин, много еще чего не открытого. Я не знаю, где это все добывают. Так, эми-граната. Да, вот она, друзья, у нас. Индуктор, очищенный металл, батарейка, 2 штуки и магнит. Блин, это много, конечно. Ладненько, давайте я все-таки, друзья, будем создавать сейчас очищенный металл, да? Создадим быстренько чемоданчик. В чемодан я немножко буду слаживать вещи, потому что я не смогу сейчас ничего сделать и, да, найти какой-то ресурс, который у меня валяется здесь в отсеке. Недостаточно металла. Ух ты, блин. Че, серьезно? Боже мой. Очищенный металл. Где он? Блин, где-то ж было все. Слушайте, я очищенный металл бал сюда приносил.
принципе. А вот, вот он. Есть, 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 друзья. Так, все, очищенный металл, два штуки нашел. На первый объект чемодан готов. Так, нужно будет, я, наверное, одну серию посвящу, друзья, сбору ресурсов, но при этом я это снимать не буду, да, то есть у нас это будет. Так, установите, где? Да вот здесь давай. Так, давайте, значит, быстренько все ресурсы, которые есть, я собираю, да, все, что не влазит. Переложим в чемодан. Так. Войн бесконечности. Да ну нафиг. Иди отсюда. Ты мне не нужен. Так, рулон. Давайте, значит, ресурсы, да, слаживаем всем, которые есть. Так, взрывчатку тоже пока переложим. Компенсатор слаживаем. Соляной рост. Тоже это сложим. Так, следующие ресурсы быстренько. Не понял, а что это было за опасный предмет? Опасный предмет. Может быть, говяжья граната? Четыре. Товарищ, вы мертвы. Чё? Чё за фигня? Снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Блин, а чего я умер? Я не понял ничего, друзья. Что за фигня? Не, ну в принципе, мы сейчас начинаем прямо в этом отсеке. Автосохранение у нас идет. Но я не понял, друзья, в чем была проблема. Так. Стоп. Что у нас? Так, давайте, друзья, вот мы сейчас с вами полетим вот на вот эту шляпу. Я не знаю, что это такое, может быть, какая-то одежда. Ковбойская шляпа. Друзья, в принципе, я перенес сюда очень много ресурсов. Ну, к сожалению, для крафта сейчас надо очень много добывать металла, титана и всякого остального. Это... будем создавать батарейки, надо щелочи очень много, друзья, очень много. Всего сейчас очень будет сейчас не хватать. Ведь у нас будет, если сейчас появился с комбайном исследование, и теперь там можно будет создать интересные вещи, которые мне очень сильно сейчас пригодятся в дальнейшем прохождении. Но, блин, это очень тяжело. Так, что у нас здесь? Глядя на него, у меня возникла гениальная идея по усилению лома. Чак Норрис. Прикольно. А, так, воздух. Что еще здесь есть? Взять, не взять. Да ну, блин, я думаю, давайте не будем брать. Реально очень много мусора собираю и засоряю свой так уже отсек. Там сейчас нету даже свободного места, чтобы положить, ну, какие-то ресурсы куда-нибудь. Опа. Так, металл. Кстати, у нас вроде бы есть теперь сейчас, возможно, теперь схема, да, создание бесконечного... Ну, типа как-то так сказано, лома. Ну, посмотрим.
Может быть, реально вещь хорошая. Сейчас ломик у меня, друзья, по прочности 99. Сколько дальше будет, я пока что не знаю. Так, у нас тут вот титан, да? В принципе, друзья, здесь как бы мы уже все взяли. Сейчас я давайте быстренько разбиваю. Еще металл. Да, я в курсе, что воздух заканчивается. У тебя вечные проблемы с воздухом. Кстати, друзья, по воздуху, да, у нас там будет возможность по исследованиям создать улучшенный баллон, который будет добавлена емкость. Сейчас у нас баллон на 125 к воздуху, а будет на 200. То есть и теперь у меня, по идее, должно быть вместимость воздуха 275. 75, вроде бы мелочь, но приятно. Чё, побей. Так, а здесь я могу зайти? Я ж вроде пытался создать второй отсек, не получилось. Да, в принципе. Так, что нужно для военного баллона? Для военного баллона нужно 4 электроники, 2 компенсатора, 2 генератора. Друзья, это большие ресурсы, потому что я должен создать компенсатор и генератор. Надо, конечно, создать еще будет бластер, эмигранату и анализатор. Ну, мне кажется, это такие... очень интересные и хорошие ресурсы, которые мне пригодятся. Насчет аппарата ЗАЗа-1, ну, вы сами понимаете, здесь есть какие-то 2 ресурса, которые я еще пока что не добывал. Надо будет изучить и понять, как это все сделать. Так, что у нас по снаряжению? Ломик, да? У нас какой-то лом-лом. Так, усиленный лом, бесконечный лом, прочность 999. Охренеть! Пластик, лейкоплазма, проволока. Ну, проволока еще ладно, с пластиком проблем не будет. Лейкоплазма, где-то нужно достать. Лейкоплазма, да? Че и где это? Так, лейкоплазма, вот она. Это добывается там, где большая температура с помощью щупа. Ну, в принципе, я догадываюсь, где. Энергетическое ядро Брейсидж. Я такое видел, друзья, но оно добывается с помощью эмигранаты. Эмигранату надо, конечно, будет создать. Создать где-то здесь, да? Так, ладно. Давайте быстренько сейчас, друзья. Я создам очищенный металл. Мне нужно 4 штуки, потому что у меня очень много барахла валяется на полу. Мне будет очень неудобно отыскать, да, определенные объекты. То есть надо будет все аккуратненько слаживать уже в чемоданы. Хотя бы временно, если я добуду какой-то отсек с ячейками, который я могу уже встроить сюда, будет очень даже неплохо. Так, есть, да? Куда тебя поставить? Так, ну давай сюда. Сюда я тебя точно не поставлю. Готово. Так. Опасный предмет. Мне кажется, опасный предмет это вот эта гранула, да? Кстати, если я ее беру, у меня тратятся жизни. Офигеть! Да какой опасный предмет? Взрывчатка, может быть?
Или вы хотите сказать, что граната опасная говяжья? Слушайте, а чем мне жизни тратится, блин? Компенсатор нет. Строительный набор. Может быть, проблема... Слушайте, а проблема может быть в этом? Точно. Какая-то проблема... потолок. Экран состояния базы надо создать, друзья. Лампочка, батарейка, титан. Мне кажется, у меня может быть пробоема. И тут теперь сейчас тратится все. Жизнь в первую очередь. Так. Слушайте, точно? У меня проблема, друзья. У меня пробоема, наверное. Так, аптечка. Где? Блин. Так, давайте сейчас быстренько посмотрим. По потолку. Лампочка, батарейка, титан. Лампочка, батарейка, титан. Блин, как неудобно. Так, лампочка. Батарейка, титан. Так, давайте, значит, быстренько создадим потолок. Потолок. Состояние базы посмотрим. Энергия 5, кислород 9, шанс пробоймы 47. Блин, что делать? Как быть? Что делать? Я не знаю. Может быть, какой-то блок надо создать. Слушайте, точно нужно какой-то блок создать, может быть, для улучшения... Черт. Шанс пробоемы. А можно как-то этот шанс, чтобы пробоемы сделать меньше? Улучшенные коммуникации, алюминий, электроника, титан. Энергия плюс 20, кислород плюс 20. Так, значит, подождите, что именно нужно создать? Два алюминия, электроника, титана. Два алюминия, электроника, титан. Хорошо. Готово. Сейчас создадим. Улучшенные коммуникации. Давайте вот здесь. Готово. Что там на... О, совсем другое дело. Энергия 25, кислород 29. Шанс пробоемы 48. То, что пробоема, это, конечно, плохо. Я так думаю, если у нас будут пробоемы, надо будет чинить наш... ну, блин. Че за... Вот скажите, пожалуйста, а почему у меня тратится жизни здесь? По чуть-чуть. Опасный предмет. Какой? Вы че, гоните? То есть стекло это опасный предмет? Я его взять не могу? Как так? Хорошо, а с помощью щупа могу? То есть вы хотите сказать, что я не могу взять? Твою мать! То есть стекло не поднимается? Надо взять с помощью щупа его? Офигеть! А я-то думаю, что у меня жизни забираются? Хорошо, допустим... Блин, мне нужна теперь аптечка, да? Черт, я-то думал, блин, у меня из-за того, что что-то с отсеком, оказывается, совсем проблема была в другом, да?
Так, ткань и спирт. О, да, друзья, а со спиртом у меня будут большие проблемы, потому что спирта у меня, по-моему, сейчас нету здесь вообще. Ну да ладно, сейчас поищем. Что-нибудь еще здесь есть. Кстати, да, как бы уборка дала свое. В принципе, много чего помещается. Друзья, у нас чемодан. Так, реклама Брейсиджа пока слажем, пока не надо. Восполнитель тоже пока не надо. Строительный набор тоже слаживаем. Так, давайте, значит, посмотрим, что у нас есть. У нас есть 4 чистых металла, 2 электроники, 3 батарейки. К сожалению, вроде бы неплохо, но, друзья, мне не хватит на исследование. На Эми гранату, к сожалению, надо много чего, да? Индуктор. Индуктор, подождите. Индуктор. Это у нас компенсатор. Индуктор. Вот он. В принципе, подождите. На Эми гранату. 4 металла, 2 батарейки, магнит. Хватает. 2 батарейки, 4 металла и магнит. Готово, друзья. Давайте, значит, создаем эми-гранату. Что? Да ладно! 10 минут создания эми-гранаты? Ну, блин! Слушайте, это, конечно, несерьезно. Блин, это реально несерьезно. Ладно, в принципе. Так, по поводу базы. Ну так, база вроде бы живая, но не сильная, конечно. Ладно. Друзья, в принципе, что у нас здесь сейчас есть? Надо где-то добывать ресурсы. Полетели, поищем. Что-нибудь, может быть, новенькое исследуем. Что у нас здесь? Опа. Так, ресурсы. Изучить. Скафандр может искренне считать это рабочей формой любителя паяльной лапы. Сказал пацаны, после извращенной культуры нет никакого смысла. Я думаю... Трусы для работы с паяльником. Ладно, возьмем. Внутренний карман для плюсов и прочное внешнее покрытие. Практично, хотя я могу ошибаться с назначением данной спецодежды. А, возьмем, пригодится, может быть. Так, здесь ничего. Так, тут тоже ничего, да? Ладно, в принципе, давайте. Понемножку, друзья, будем изучать объекты. Ой. Так, тут я когда-то уже был, да? Мужик, который кадыком поднимал штангу, было так сказано. Так, тут гантеля. Так, подождите, так, там нужна нам граната, да, она у нас сейчас пока что, друзья, создается. Че вот здесь у нас?
Стоимость космических похорон от агентства Брэссидж является одной из самых низких на рынке ритуальных услуг. Но некоторые по-прежнему предпочитают хоронить своих родственников как попало. Так, как попало? Подождите, нам нужен сканер. Че такое? Блин. Холодильник Москва. О боже мой. Так, блюдечко. Че-то он там прятался. В холодильнике, зачем? А, ладно. Так. Так. Здесь, в принципе, ничего нету. Ладно. Так, а тут мы были, да, с вами? Да-да-да, я помню. Был. Так, давайте... Сюда залететь могу. А смысл? Давайте вот здесь посмотрим, что у нас есть. Блин, так, ладно. Здесь я был. Это Чак Норрис же. Черт. Почему не отмечаются объекты, чтобы конкретно знать, был я здесь или не был я? Кстати, здесь у нас краска и свинец. Прикольно. Буду знать. Так, давайте еще разберем. Может быть, будет батареечка. Тихо. Кто-то явно не любит стандартную космическую еду. Такого оборудования даже на кухне лайнера не было. Так, а, друзья, почему-то не открывается, да? Я так понимаю, нам по-любому надо зайти внутрь.
Так, через низ никак. А каким образом попасть туда? Только не говорите, что я должен создать шлюз. Не, ну я могу, конечно, создать, но, блин, а смысл? Че, реально нужно шлюз создать? Так, давайте на всякий случай сейчас попробуем. Так, сейчас, подождите. Блин, надо алюминий, титан. Слушайте, здесь какой-то объект есть. Я пока что почему-то зайти не могу. Надо по-любому что-то создать. Ну, блин, типа... Да, надо, наверное, отремонтировать шлюз. Ладно, в принципе, блин, оно сейчас будет у нас отмечено, да, на карте. Нормально. Так, исследование завершено. Эми граната. Ну, блин. Круто, блин, черт побери. Ладненько. Давайте тогда быстренько возвращаемся на наш шаттл. Че здесь? Че-то есть? Блин, тут батарейка есть по-любому. Инвентарь полон. Так, подождите, где моя база? Вот она же. Кстати, не хватает, знаете чего? Блин, радио не хватает. Где оно? Его нету, да, почему-то? Ну да ладно. Так, давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь есть. Так, давайте я, в принципе, очищенный металл создаю, да? Потому что очень пригодится. Металла, кстати, надо сейчас, друзья, добывать очень много. И это правда. Так, анализатор. 4 батарейки, электроника 4, 2 магнита. Батарейки 4, да? У меня только одна. Есть. То есть у меня 3 батарейки. Блин, не хватает. А со всем остальным, в принципе, более-менее нормально, хорошо. Так, по поводу эми-гранаты, друзья. Это чё, я типа исследование сделал? Теперь нужно её теперь создать? Да ну, блин. Банка говядины индуктор. Банка говядины индуктор. Так, банка говядины. Это компенсатор. Блин, индуктор это вот тут здоровый, да, такой? Типа как движок.
Ой-ой-ой. Так, это надо, друзья, сейчас будет создать индуктор. Так, Иисуса. Вот он, индуктор. Ладненько, создаем. Так, банка говядины, я еще не взял ее. Так, это пока все положим. Слушайте, а че? Подождите. А, это говяжья, блин, граната. Слушайте, ну блин, ну почему? А по поводу говядины, друзья, у нас где-то была... У нас где-то был такой объект интересный. По-моему, это было у нас в предыдущей серии. Да, я где-то летал, и там была... Типа говядина. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Банка говядины. Вот она. Способ добычи руки, необходимая для создания граната, находится... Нахождение кухни, челноков, блоки с едой, биологические отсеки. Понятно. Короче, не хотите вы мне, да? Ничего такого. Можно создать чемодан. Да ну, а смысл пока что? Блин. Так, ладно. Я вот думаю, да? У нас есть говяжья граната, у нас есть объект, который я должен уничтожить. Может быть, попробовать пойти жахнуть этот объект реально. Вдруг произойдет взрыв, и я как-то, ну, попаду дальше. Кстати, нужно будет и воды сейчас где-то достать, друзья. Реально уже все заканчивается. А, к сожалению, без воды наш герой того сдохнет. Кстати, вот о чем я и говорил, да, вот сколько много летает объектов, друзья, а где ресурсы все остальные? Ну, например, лед, питательная жижка. Вот, кстати. А, блин, где-то только что была водичка, людик. Вот он есть. Сейчас чуть-чуть насобираем. Так, ну давайте быстренько попробуем с помощью той гранаты взорвать последнюю стыковочную конструкцию, да, вот эту вот. С помощью гранаты. Требуется граната, либо бластер. Ну, допустим. Крепежи вскрыто, друзья, супер. Так, а что дальше? Кстати, я что-то не знаю, что дальше делать. Но граната сделала свое. По идее, друзья, мы каким-то образом должны бы попасть внутрь вот этой конструкции. Только я пока что не могу понять, каким образом. Что-то надо сделать еще. К
кстати, гробик, да, можно вскрыть. Кассетку добыл. Давайте, в принципе, я сейчас вернусь на базу, тогда посмотрим, что это за кассета. Так, ну что, в принципе, неплохо, да, база есть. Немножко как-то выживаем, пытаемся, ну, пока что слабовато, друзья. Как-то место строения базы не очень мне нравится. Всего как-то мало, здесь ресурсов не летают почти. Ресурсы все в основном летают у нас там, да, в предыдущих локациях. Так, кассета. Координаты уже известны, да? Черт. То есть я знаю какие-то координаты какого-то объекта, которого... так, давайте, значит, что у нас здесь есть? Пока что топливо еще есть, да? Можно кататься. Так, каким-то образом надо изучить объект вот этот. В принципе, я должен запустить майонез в ядро лайнера. Двигатель я поставил, маневрованный. Что еще здесь надо? Я думаю, вот может быть анализатор. Так, на воду пойдет. Я вот думал где-то здесь, знаете, залезть. Да нет, не получится. Может быть как-то снизу, да? Майонез. Черт. Дайте выбраться с него. Так, а если... Если... в майонезе где-то будет вход или нет? Но здесь входа нету, друзья. Я, если честно, пока не могу понять, каким образом я должен попасть внутрь. Что-то здесь вскрыть не вскрывается пока что. Что-нибудь сверху, может быть? Тоже нет. Должны находиться системы управления. Если шлюз не был поврежден, то нам необходимо его отыскать, проникнуть в резервуар, запустить двигатель, каким-то образом успеть покинуть его до запуска и надеяться, что улетая, резервуар соберет с собой хотя бы часть разлитого майонеза. Вот оно что, да? Найти шлюз. Может, вот это? Да, хотя, да, какой-то шлюз. Шлюз должен быть... определенные. Друзья, мне кажется, вот нужно создать анализатор. Реальность здесь где-то в майонезе. 100% мы должны влететь и залететь куда-то. Так, ладно.
шлюз. Кажется, целый. Видимо, не замерзнуть майонезу позволяет поступающий в него газ. Кстати, тут воздух есть. Складывается такое ощущение, что с этим майонезом что-то не так. Помимо несоответствия состава, используются слишком сложные технологии для транспортировки подобного биологического мусора. Хотя во всех накладных лайнерах данные резервуары указаны именно как майонезные. Как майонеза. То есть мы сейчас узнаем какой-то секрет. Майонез это или не майонез? Так попробуй, чувак, что ты? Этот пылесос не зря называется ракетой. С такой мощностью двигателя на нем действительно можно летать, если обойти некоторые технические ограничения. Сканировать. Схема уже известна. Но я, у меня такой есть уже пылесос, я нашел его. Так что смысла нету. Ладненько, давайте быстренько дальше пытаемся узнать, что еще здесь есть. Невероятно. Это же неизвестно что, но точно не простой резервуар для хранения пищевых продуктов. Неизвестно что. Кстати, он классно подметил так. Неизвестно что. Так, еда немножко. Смола. Так, а что-то еще здесь есть интересное? Воу. Так, это мы типа как в гравитацию идем, да? Ну, подождите. Подробный план транспортного отсека. Транспортный отсек. Изучим. Кстати, у меня сейчас и место скоро здесь закончится. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, а здесь уже гравитация нету. Все данные указывают на то, что майонез не майонез, а резервуар является неотъемлемой частью систем лайнера без названия. Мы обязаны запустить центрифугу даже просто из научного интереса. Подожди, из научного интереса. Было сказано как? То, что... Друзья, я думаю, сейчас какой-то будет подвох по-любому. Блин, ради научного интереса. Так, давайте посмотрим, может что-нибудь еще здесь есть. Товарищу, приказ от командования оставить лайнер без названия в точке 13 или 15. Ждать дальнейших указаний. Анализ данных о крушении лайнера и характер повреждений позволяет с большой уверенностью заявить, что повреждение резервуаров с майонезом из-за остановившейся центрифуги стало одной из причин разгерметизации лайнера и выхода его из варпа. Эти данные подтверждают вероятную причастность зеленой вселенной к катастрофе. Друзья, в принципе, здесь вроде бы все, я собрал все ресурсы, которые только можно. Давайте запускать. Запустить центрифугу. Поврежденные клапана центрифуги, да? Так, а как попасть? Где-то здесь посмотреть, каким образом ее починить. Так, ну это тот отсек, откуда я пришел, да? Так, ну подождите, а что именно здесь делать нужно? Здесь починить, что ли? Осмотреть.
Особой нашивкой раздутый скафандр, который свидетельствует о повышенном газообразовании вследствие чрезмерного употребления брокколи, указывает на принадлежность данного тела группе «Зеленая Вселенная». Если не учитывать возможные моральные ограничения, данный мешок с метаном, водородом и органическими остатками можно использовать для придания начального ускорения центрифуге. Осталось придумать как. Требуется воспламенитель. Слушайте, воспламенитель у меня есть, друзья, я знаю где. То есть, я даже боюсь представить, что сейчас здесь будет. Давайте быстренько возвращаемся, значит, на наш корабль, тот, ну, отсек. Так, где? Вот он. Друзья, у меня есть воспламенитель, уже созданный. Осталось его только сюда быстренько принести и запустить центрифугу. Я думаю, что после того, как у нас запустится центрифуга, у нас уменьшится, друзья, радиация еще на одно очко. Кстати, может быть, когда это все что-то уйдет, уберется, у меня, будем надеяться, уберется этот майонез, и что-то мы еще найдем, да, вот, за майонезом. Че он так далеко так? Моя ракета, блин. Да, и понимаете, друзья, вот здесь не снять полностью прохождение этой всей игры, особенно вот момент какой-то, ну, блин, это глупо. Реально это очень глупо не снять такой момент. То есть надо все показывать. Где-то что-то вырежу, где-то, конечно, я оставлю. Хоть оно будет и долгое, конечно, прохождение, но оно того стоит. Так, что у нас тут по ресурсам? Много изоленты даже получилось, да? Так, давайте открываем, друзья, воспламенитель, вот он у нас есть. Осталось только каким-то образом. Найти место. Так, давайте, значит, воду, да, в принципе, я неплохо собрал ее здесь, одну бутылочку я выпью. А все остальное, наверное, я сейчас здесь быстренько так повыкидываем. Так, воспламенитель. Иди сюда. Готово. А, поехали, наверное, его поставим, посмотрим. Друзья, хотелось реально посмотреть, что произойдет. Ну, блин, здесь, конечно, объект очень большой с этим... с субстанцией майонеза. По-любому что-то произойдет. Я так понимаю, что вот чувак, который находится в центре фуги, блин, он сейчас будет с этим воспламенителем очень быстро двигаться. Конечно, неудобно здесь все так. Так, подождите. То есть я что-то в шлюз не могу зайти теперь. Где он? Блин, вот из-за этого, друзья, надо создать анализатор, блин. Так, 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 вот он есть, нашел. Или это не он? Черт побери. Подождите, а это же шлюз, по-моему.
Так, не туда. Хорошо, давайте чуть-чуть ниже спущу сейчас. Черт. А че за фигня? Блин. Ладно, давайте сейчас я быстренько с майонеза выйду. Как-то первый раз получилось очень прикольно, да? Зашел сразу, нашел шлюз этот. Сейчас почему-то как-то не могу. Ну вот он. Дайте зайти, пожалуйста. Я запущу и уйду отсюда уже. Что-то я не пойму. Блин, я здесь заходил, друзья. Что за фигня? Так, прикольно. Так, то есть я не могу найти теперь шлюз? Чё за фигня? Блин, ну вот он, либо верхняя труба, либо нижняя. Ладно, давайте сейчас верхнюю попробую. Шлюз? Вот она, наконец-то. Фу, блин. Чувак, я иду. Сейчас будем тебя запускать в космос. С этой фуги. Не, ну это будет весело, конечно, друзья. Кстати, было сказано о том, что я должен быстренько, по-моему, отсюда даже потом выбраться, да, потому что у нас будет запуск. Активировать консоль. Несмотря на то, что в задаче подразумевалось выкачивание газа для создания миниатюрного двигателя с воздухом, ваш варварский способ прямого поджигания задницы признан эффективным. Пора проверить пульт управления. Чувак, извини, я не хотел тебя. Тебе в задницу воспламенитель. Но пришлось. Так. Пульт. Да ну блин, он внизу находится. Я думал, главная панель там. Ой. Ой. А, выбраться как? Куда? Подождите, все? Но дверь закрыта. Ого. Подождите. То есть вы хотите сказать, что я должен туда спуститься? Так, подождите, а там ток. Каким образом я должен? Стоп, стоп, стоп. Труба вот сюда, наверное. Блин, можно как-то это все... остановить.
меня чуть-чуть задело. Ваша невероятная ловкость совместно с невероятной удачей и невероятными криптами творит настоящие чудеса. В любом случае наблюдается понижение активности ядра. Если что-нибудь там не взорвется в ближайшие пару минут, то задачу можно считать выполненной. Задачу можно считать выполненной. Не могу с уверенностью говорить, но, судя по всему, это была резервная энергетическая ячейка новейшей ядерной варп-установки в ядре лайнера. То, что мы увидели, является одной из самых охраняемых правительственных тайн, и присутствие там радикала зеленой вселенной подтверждает их причастность к катастрофе. Ну, в принципе, друзья, неплохо. А что у нас произошло? Мы запустили часть объекта, да, насчет этой части объекта я не знаю, может быть, что-то здесь есть. Надо сначала проанализировать, конечно, эту субстанцию. Но мы понизили, конечно же, радиацию. Это основная сюжетка, и, в принципе, круто. Осталось понизить 4 раза. Каким-то образом. Пока что не знаю. Так, это... Я уже его сканировал? Точнее... Так, где он? Вот он, вот он. Да-да-да, я его уже вскрывал. В принципе, друзья, давайте, значит, я сейчас возвращаюсь на базу. Я думаю, что на сегодня мы закончим наше прохождение Бредхеджа. В принципе, было неплохо. Мы понизили немножко радиацию. Следующую серию мы будем, конечно же, изучать новые объекты. Я постараюсь также немножко еще подготовиться к этому. Мы добудем часть ресурсов, ну я точнее добуду часть ресурсов, чтобы потом не добывать ее во время прохождения. Нам, конечно же, друзья, надо будет создать... анализатор грунта, для этого нужны батарейки, электроника и магнит. И, конечно же, надо бы создать бластер. Было бы неплохо еще создать военный баллон, увеличить себе еще на 75 вместимость воздуха. Но, друзья, мы это сделаем с вами в следующей серии. С вами был ZeniMaxGames. Всем, кому понравилось прохождение и эта игрушка Bedhatch, ставим лайки, подписываемся на мой канал, комментируем и не забывайте, конечно, ставить колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.